Вайвс вечно, короче. Ну, пока он зайдет, разролим остатки. Вот так. Знаете, в пугарейдах типа лод не дают, чтоб не ливнули, так бибок идет рейд. ТП тоже не даю, чтобы не расстраивать рейд. В конце, правда, всем накидываю без объявлений. За всех боссов. Нормальная тактика, это что делать? Наличие, короче. Все думают, я нормальный рел и ГП не даю, а оно оказывается вот так. Так, заходи на СО тогда, давай я пока разрулю вещи. Так. Мне в танке остаться? Да, давай, вы в 2 БДК, дуэт будете. В этом. ГВ, давай трейд. А, нашел тебя. Нет, ты не... Ты мне отдал. Что? Я тебе отдал плащ? Да. Ну, я отменил. Там, нажал на QV. Держи плащ. Пояс. Так. КП раскинул. Так, ну давайте шкаф есть. Будем тогда. Кого стоит сейчас аура защиты от темной магии? Вот тут. Хорошо, вот ты прожмешь мастер аур на взлет. Хорошо? Дайте баф по сове. Подожди, подожди, я не знаю, есть она у меня или нет, этот мастер. Ну, у тебя она должна быть по умолчанию, ты хулипал. Нет, не вкачано. Хорош. Питал тогда вкачала. Можно, чтобы Холли Пал поставил сосредоточие, типа так, по тактике. Там, ну, да. Там возложение пошло два. Давай, а, тогда пришествие поставь сосредоточение. Ну, у нее и сосредоточение не вкачет. Короче, подобаться. Но не качается рун. Это ПВП скилл. Да. А если, допустим, меня бьют какие-нибудь мобы, я хилю, что это мне профита не дает? Тебя мобы не должны бить. Ну, это сокращает время прерывания, понимаешь? Сокращать время действия немоты. Это не то. Так, ладно, давай время бой уже обсудим. Пришествие там, не знаю, скачай мастера, это полезная штука вместо возложения. Я же не знаю. Ну все, теперь будешь знать отлично. Так, все готовы. Погнали. Тогда поставь ауру сосредоточения. Поставила, да? А кто, у кого сейчас ауру на... Магия, интеллект, магия, интеллект. Отлично. Сэдли, прожмешь мастер ау тогда на взлетке. Но у нас нету протопаладина и не будет сах. Спасибо, магии, только бафнули. Теперь я без укуса. Так, давайте посмотрим рекаунт. Кто там первый после детты? Вы между собой рейнджа можете набрать? Подожди, сейчас. Знаю, а, блин. Надо вписать без протокола. Стол шрифт. Где-то кидай вкусно певчего. Надо рядом буду стоять. О, а я без объятия вампира весь рейд бью. Нормально. Хилы, минуточку внимания, пожалуйста. Столб. Кидаешь орехи на офф-танка на лане. Пришествие. Частицу на офф-танка на лане. Почему вас всему этому учить надо? Парикмахерская играешь, да? Да. Так, почему на ОТ? Потому что ОТ получает двойной урон, да? Или как там это считается? Да. Он пробивает после удара.
Ганнибала это вообще пропит на лишнем ХПС, мы откручиваешь. Так, а кто у нас это, кстати, да, посмотрим. Гелд. Частица есть? Да, все кинули. Хорош. Просто это, блядь, самим надо знать. И даже я, например, этого не знал. Не знаю, на что ты злишься сейчас. Я это знал, но... Думал, что это надо объяснять. Давай я покушу Джея. Как где Джей? Не вижу Джея, ладно, не буду кусать его там. Кушу я Лараша. Я уже близко, слышь, я прям перед тобой. Ты мне говоришь? Давайте рейндж набрали и прожмем мастер Ау. Пожалуйста, давай спою гимн ХП. Ты же это уморно укусил? Хорош. Так, ну давай, Доксон, давай БР по Шэдоу Морну. Кто у нас еще остался? Никон по Гетти. Зеро Крида Прайд беги. Захиливайте. Спасибо за захил. Сейчас Борец на цене нажимать глыбу на лане. Там можно было и захилить. Там 2 секунды было. Давай, Шэдоу Морн, захильте его. Фух. Давайте рост. Так, лезни ТТ. Пошел кусать людей. Третий раз. Не пошло. Какая жалость, мне говорит. Извини. Зеро Прида, давай глыба. А, ладно, глыба у нас в гадке. Давайте, антихам. Елараш. Поем гимн отхил. Кильте магов. Тряпок, в общем. Да, опять не захилили, или бы он стоял в одной точке с кем-то. Бедняжки, блядь. Мне уж даже жалко. Все, все, или последний раз. Как обычно бывало, самый топовый лут. Шлем или щит, щит это. Надо кого-то щит? Ну, о, держи на пол. Нет, Морден выигрывает. Передай Мордену. Он выиграл. Ты что там, в ванной сидишь? Или котлеты жаришь? Извините, сейчас выключу. Ты котлеты шкварчат? Котлетки с пюрешкой. Так, защитник. Так, надо подумать. У тебя самого аккаунт есть, ты там на первое место и просто просишь, да? Что-то линкнули? Нет, не считаю. Блять, один в парикмахерской играет, один на кухне, могу... один в душе. Просто хочу узнать, насколько вот типа по аккаунту я опережаю всех на 11 лямов и могу один квартал тупо ничего не делать. Что все дрочат. Вот почему они дрочат, Олег? Они не дрочат, они играют как-то. Не было секса давно. Так, защитник, это лизни тотем и мордом, да? Затем выше. Сейчас посмотрю, рекан, кто там бил.
Ты, наверное, не АФК шел, да? Я никогда не АФК. Нет, это да. Так, я заходил один раз на это. Да? Что? Не, ну вот, кто ниже 13 места, ну да, слабый. Потому что я лично вообще сейчас не покашал, был трэш. Хотя хер его знает. Может, я тоже дрочу. Видите бабу, которую ауешит? Не могу выделить метку, но вы догадались. Блин, заморозило прям при ауешке, он хорош. Звездочку бейте. Да, сейчас будет тактика на вальке. То есть гупербол, близненький ГТ, фейкается в хилов. Бля, я могу, кстати, остаться на друиде похилить, что я забыл. Да, ты тоже можешь похилить. Дессер тоже может похилить. Я могу тоже зайти на хила. Ну это дохуя будет, а ты ДПС не парень. Это очень четко будет. Да вот смотри, пятая группа, короче, и я, этого достаточно. Ну, может, Елараш еще. Ой, Елараш, это Дизинта. А, Олег, дай токен обычный магу, пожалуйста. Или Дэнджер вместо Лизни Тотема. Ну поставь фрилут, он сбегает, возьмет. Давай. Не, давай смотри. Так, Никон и Джеймис на рейде будут. Пришествие, три рестер шамана, Поли и Прист и два рестер друида на вальке. Два рестер друида это Дессер и ты. Порталов не хватит. Ну, по очереди позайдете там. В смысле не хватит? Там же 12 порталов. 8. 8. Ну, раз. 4, 5. Ну, 7 хилов порталов. Можно чем-то. Знаешь, там некоторые будут забегать в портал, там у паладина занимать, у шамана забегают. Ты видишь тут Серсею? Я Вайдав вижу. Какая разница? Все равно мы с Дессером будем первые по хилам. Нет, это вряд ли. Блять, портал их не займу, пацаны, 500 голов. Ну, так давайте отщепнем, кто. Тоже. Нет, последний портал. Там дамаг увеличивается, если порталов тысячи ловит. Так, ну надо сразу быстренько резать, пока бой не повесился. Тип уже два года пишет, что гильдия какая-то Human Skinning кидает на лут. Тело все еще пишет? Да, только что видел сообщение. Может, я его в игнор кинул? Надо было жестко обидеться. Да они ему глору не отдали, правильно сделали. На паладина. С геры? Нет, с обычки. Обычки. Бля, вы даже историю это знаете. Я даже гильдию такую ни разу не видел. Я в ней был. Нормальный гильда. Челик, ну, тоже кинули на Глору? Нет. Ну, там типа обычки ходили. Ну, типа, стреляли, кто на кого что кидал. Меня вот, например, Фрагмады кинули на Митрикс. Я, например, на видео. Утешение. Пули пало. Я, например, в рейде Марка Аврелия забрал Глору в Гере на паладина. Потому что там ДК, короче, был. Он зашел в лужу на третьей фазе, сдох и покинул тело, короче, ему Глора было нужно. И больше была никому не нужна. Ну, это моя любимая история просто, Димон. Я помню, ты всегда рассказывал, как мы только до кораблей доходили, все начинается. Да, Никон пишет, говорит, это был он. Ты тогда танчил за ДК? Я что-то не помню. Но я помню, что ДК, короче, умер на третьей фазе. Встал с тела, и они ему не разрешили зайти, короче. И отдали Глору мне, у меня там... Так, смотри. Мы все поняли? Пришествие, Елараш, Столб, Лизнитотем, Гутербол. А я подамажу. Джей и Дессер, заходите в порталы.
смотри, какая ситуация у чувака, у него в танке ДПС больше, чем в ДД. Я тоже это посчитал. Мы отправим Гелда в этот, в танк, ну, в ДД, я буду танком. А подожди, мне в танка? Да, Джимми вышел. Окей. Так, может, я спекну в танка, а ДД не будет в ДД? Да, не, я потанчу. Пришествие, дай, пожалуйста, крест на древо. Поменяй лудовик. Так, сейчас будет командовать Джей хилами. Вот тебе метод. Не надо, Елораж. Да зайди просто в портал и постой. Может, и чипку сделаем, Гири. Окей. Кулак Гейки, пожалуйста, каску, канту. Канту, паладины, бафаем каску, кулак. Так, каска, еще Сэдли бафает? Я вас путаю уже, Сэдли или Димас? Димас есть каска. А Гейти нету, да? Где-то есть каска? Все, туда мне забагнулся. Все, можете начинать. Все, команды, говори, что делать. Хилим в Алитре. Хорошо. Хилы, которые на рейде, тоже хильки в Алитре. Вот есть уменьшение на Вальку? Так будет удобнее. На то у нас 6 хилов. Тут нет. Деление, пожалуйста, киньте на Вальку. Маги. Порталы. Хилы. Находим себе порталы. И встречаемся все в центре напротив ворот. Вот сзади два портала еще. Мне приходится бежать в самое очко просто. Ага. Тебе об этом и говорил. Ничего страшного. В центр к воротам, к воротам, к воротам, к воротам, в кружок и летим по часовой стрелке. В кружок и по часовой. Странно, я не вижу еще портала. Ебать, нас тут стадо, сука, нахуй. Раз, два, три. Семь человек, ору. Рома командует стадом. Вот не вижу восьмого портала просто. Опять стаков собрал. Уменьшите вольт. Ходу в конце забирайте. Портал иди забирай, вот. Право с краю забирай. Все завороли. Встречаемся там же, летим так же. Чуть-чуть торопитесь. Тактику вы знаете, короче. В конце закрою. Слева портал не заняли, слева портал еще не есть. Зайдите, кто там на лет зайдет. Да я зайду, ладно. После этих рост даем. Дам гимн на хп, короче, со стаками. Выкидывай Вальку. Пою. По 35 тысяч нормально. А эти надо закрыть. Да сейчас захилит. Просто один портал в центре прям был в арке, походу. Это не то, Линка, но... Так, я пока отойду. В
Бис в пояс на Фурика. Не только на Фурика, на Ретрик. А, на Ретрик, Силовол. Давай я на Синдре тоже похилю. Это Кутербол, там Ванхи фигово. Подумаешь, пока трэш. Ну, Ванхи фигово. Плач. Все ДПС будет. Иду на 5 минут, еще надо. Так. 3-6 я забирал. Вещь, Zero Breed я забирал. Не контролишь носовую. Но все равно там боксом выше. Отойду на 2 минутки. Пацаны, я отошел, там отрывчик 15 лямов может догонить, а может и нет. Кто второй? Первый ваш, ШП. Вы видели, что он хилил сейчас на вольке? А, не, он дамажил. Все верно. Поставь фрилу. Да. Говори что-то.
С убийства ребра прошло 1:27, прикинь. Ну, вот час еще на лича бери. Ну, вот третий рейд собираю за 3 недели. Каждый раз до лича мы доходим за 1:30, там 35. Потом 1.5 часа на лича. Во всех рейдах проблемы только на лича начинаются. Да, раньше были на профи проблемы. Даже рейды там с 240 на сухе ДПСом до лича доходили нормально. Да, все четко. Подтягите. Берите все от босса. Он там сейчас запустится. Так, здесь надо 6 хилов для процентного убийства. 8 секунду. Да, спекайся и гитербол спекайся. Не-не-не, ты... А, да, ты верди, все верно, да. Да, ты в коте. У нас другие хилы. Пришествие, Джерри, Столб, Гилараш, Никак, Бутербол. Так, Джерри мы убьем. Чек на пул. Надо его обогнать просто. Катите к боссу. Сейчас я вам забью. Ну, без него вечер. Блин, он уже пришел. Давай быстрее тогда. Как вам идея дать с пула Геру? Давай. Такой. Сейчас еще 10 секунд. Дальше как раз откатится. Хорошо. Так. Все, запускайте босса. Накуливаем на Войда. Рост с пула. Давай я дам, чтобы хилман поэкономили. Ну давай. Почему нам не... Так, один хил освобожденка. Графит, если ты разряжаешь, то не разряжай остальные люди. Так, притяжка отбежали. Обработайте вальку. Симку. Метки вперед. Держим дистанцию между метками. Давайте вперед. Так, БДК метка тогда. Джейми, Роман. Таунтит босса на себя. Прячься за глыбы, по центру падает. Крайне справа, слева подбиваем сначала. До 200к хп. Все, крайнюю справа не бить. Не бить крайнюю справа. 150к уже. Не бейте, глыбы. Хватит бить. Все, стопайте. Слева падает бомбочка. Все, разбиваем.
Похил освобожденка, ничего страшного. Вам когда-то переводили за одну перетяжку босса? Да. Так-то было. Я не помню такого. Не, я помню, почему так много хп сейчас еще. А, это, наверное, после первой взлетки давался рост. Давайте отбегаем. Далеко отбегаем, далеко. Босс очень близко стоит. Все хилы освобожденные магия, кроме Гутербола. Следите за обморожением. А не, не все. Такая три хила. Метки опять выносим, метки держим дистанции. Так, спрятались за метки, за глыбы. На 200к подбиваем без дот. Опять по центру падает метку, за которую стоим, не бить, там 250 тысяч, не бить ее уже, все, хватит бить. 50к уже осталось, не бейте метки, где-то там 150к. Толка. Сюда, сливайте метки. О, хорошо ставилось. Частицу обновляй на войда. Так, фаза пошла, становимся в РДД-зону. Звезда. Здесь я стою все время. Хватит выносить метки. Никон под боссом, милики отошли в РДД-зону. Сливаем сразу метку. Следим метку. Рехила освобожденка. Продолжаем бить по боссу. Так, Джейми под босса. Вот, забирай босса. Так, отбегаем, отбегаем, если что. Сейчас будет притяжка, отбежали. Далеко бежим. Разбейте его. Сейчас разобьем далеко. Разбивайте метку, Зерпрайт в сторону уноси. Пою гимн Надхим. Надхим. Ну потому что там метку надо разбить. Сливайте метку с БДК, с протопала быстро. Давай, Сакра, Джейми. Морден под босса. Морден под босса. Антихам, гимн отхил. Антихам, гимн отхил. Доксон, подымай перешествие. И все, пока. Джейми, хильте. Джейлис под босса. Мелики отошли. Пою гимн на ману, пока. Давайте метку. Давай, под босса, мелики отошли. Не бить метку, притяжка. Метку не бить. Дайте пока бафы по паладину. Пришествие обнови, обновляя святую клятву, не святую клятву, частицу на танка. Графит, давай под босса. О, пулпер. Был бы пулпер РЛ, а нет, не замерз. Кто это замерз? Давай под босса, Джейлис. Милики отошли в этой зоне. Давай под босса, Шедумор. Милики отошли. Играйте в клубу. Это еще под босса притяжка будет. Рафи, давай под босса, мелики отошли.
Мышка, беги! Давайте метку. От босса неси метку. Видишь метку? В сторону следующую, вправо выносим. Всё, давайте уже зарыгать босса надоело. Сакра откатилась? В сторону. Бога, хан. Вот. Завоеватель. А, нужен последний. Ты выше всех? Да. Я, короче, оделся, полиприста, у меня еще без собаки. Так, это получается как? Джейми таунтит босса и на него кидается метка? Нет, твой таунтит босса и на него кинулась метка. И на Джейми кинулась метка. Джейми пошел раньше, чем вторая метка под босс, поэтому там и поймал. Обычно меняется после там первой притяжки. Кинулась метка на Джейми, он стаунтил, и Войд бежал в рейд. То есть надо было сразу меняться им. Ну, обратно. Лол, так мы и поменялись. Какие у вас проблемы? Он тебя поменял уже с меткой, понимаешь? И я забрал у него. Да, он не вернулся под босса. Как он вернется, если он в глыбе? А можете сказать, пришествие, от чего я сдохла? Я не понял. Так, ладно, давайте по тактике. Наверное, выносила метку влево, да? Да, выносила метку влево, и там косы поменялись, и дыхнул. У меня вообще непонятно было. Далеко было на лестнице. Поэтому надо вправо выносить метку всегда, как я это сейчас сделал в конце. Так, давайте по хилам пришествия, Джейли, Столб и Никон. Стоп, мы в прошлый раз три хила убили, да, Лича? Нет. Да ладно. Ты сказал, где Столб? Нет, три хила убили в прошлый раз. А кто был? Столб, да, был. Столб, ты сказал. Ладно, 4. 4 хила или в 3 идти, как вы считаете? В 3. Не могу определиться. 4, ладно. Так, чему диспелли Джейлис? Да, чек на ФК хоть сделаем. Ты поменяй там богато. Ну, типа 3 плюс ДЦ. Я думаю, ДПСа хватит. Не, просто я думаю, что он затупит здесь. Так, Сэдли, станешь первую вальку, кружочек. Делаю вторую, ролбик. Джейми, трусы будет, станете пришествие и лень. Вы станете то, что я скажу по команде. Так, как мы будем танчить босса? Вот этот, допустим. Это лич, кружок. А это БДК. Звездочка. Так будем танчить босса. Лицом к РТД зоне. Мелики стоят сзади босса. Кидается метка на БДК, уходит влево. Кидается метка на меликов тоже. То есть не будет такого, что если кинется метка на БДК, вы будете через нее бежать.
Плату собирать, давайте побыстрее убивать. Что, меняем мага, типа, ты хуй, да? Твой брат это, да? Угу. Так, ну давай накинем тебе ИП. Вообще не тупил, по-моему, ни разу. Так, что еще не сказал? Троефазист, им просто звездочки в одной точке. Станем по команде, как, ну кому, как я сказал, станьте. В общем, осквернение выносим к порталу. А сами выбегаем к трону. Давайте шкаф поставим. Графит, ты здесь? Поставь шкаф. Джейми, ты готов? Тессер пришел. Тессер. Джейми, станешь трусы. Если кого-то пасочку надо, да? Прикольно, он окнулся. Сейчас он зайдет. Ну давай, сразу 9. Хорош. Точно не зайдет, прям хоть знаешь. Он сказал об этом? Так бы он 15 минут стоял бы еще сейчас. То есть это, ну, по-любому он зашел на аккаунт. Иначе бы его не выкинуло никак. Либо он слился по-тихому. Кстати, так многие делают. Оно заметно сразу, кто сливается. Ну, например. 300 голд у меня на варе, 16 голда. Ну давай паролим. Ну, сейчас ждем десер уже минут 5. Да, 33 серебра. Давай, на, 70. Пожикин, хорош. Так, все, он зашел. Десер, ты слышишь, тиварка? Не, мне было только 33 серебра. Так что давай. Давай на 66 серебра. Так, графит. Кидай проклятие косноязычия на лича, потом на духа. 66 медных. Можем пролить. 37. Косноязычие? Да. Может, проклятие стихии? Косноязычие. Нет. Красный. Десер, ты тут что ты выходишь, заходишь? Ответь что-то. Ничего страшного, у нас будет этот носовой вешать дебаф. Главное перед, ну вот обязательно перед вторым осквернением, перед вторыми вальками. Хорошо. Да, там минуты
висит баф, ты просто обновляешь. Больше я времени запускаю. Не выносишь, вернее, не дается. Я понял. Денсер, смотри, тут теперь ловушки быстрее стали кидаться, быстрее разливаться, поэтому выбегай быстрее с них. Кто улетает на ловушках, в лужах умирает и так далее, ГП. Ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. А кто заходит в ловушку, двойное ГП. И будешь молить о пощаде, но я не буду судить. Рома, ты символ поставил на таунт, чтоб не было? Ой, бля. Мы как спиной к РДД или лицом к РДД? Ты танчишь лича лицом к РДД. Это войд, надо сказать. Блядь, ты войд же танчишь. Нам смотрим. Так, призыв. Милики ловушка. Милики ловушка. Гутербал Энг. Чума 3 секунды. Готовимся носить. Пришествие выноси быстрее. Дома себя дисплей. РДД перебежали. Встали в череп. Череп встали. Не лево, не право, а в череп. В одну точку. Сейчас будет еще одна ловушка. После ловушки чума. РДД ловушка. Перебежали. Выносим чуму. 3 секунды. Чума на гутерболе, выноси. Диспел. Ловушка сейчас будет. РДД, ловушка, перебежали. Становимся в певчего, метки нет пока. Сейчас будет шаркающий второй. Внимательно. Шаркарь вылазит. Милики, ловушка, перебежали. Забирай шаркаря, чума 2 секунды. Графит, чума, выноси. Диспел. Ловушка. Одна секунда. Миленький, ловушка. Давайте, в РДД зону веди. Сейчас 33% для переходки. Сейчас после ловушки все на край идем. 2%. Стоп, эти дамаг полечу. Стоп, дамаг полечу. Стоп, дамаг полечу. Все. Побежали на край, ловушка на миликах, чума 1 секунда, Аюр выноси. Диспел Аюра. Пулпер, чума. Так, пою гимн Аманул. Столб давай тотем прилива. Пейте духа. Так, на сферах у нас кресты и хан. Помогаем не бить сферки. Доксан, заливай иннер столбу, если надо будет. Уже залил. Молодец. Второго начинаем духа бить. Графит. СС на Void Knight'а. Сейчас или завтра? Сейчас. Так. Не забудь потом повесить проклятие косноязыча на лича. Так. Последний дух. У нас 11 секунд, чтобы залить. Так, вреснулся сфера, где-то подбивай. Подбивайте духа и сферку. Сейчас становимся все в звездочку. Добили духа. Встали в звезду. Стол, пожалуйста, поставь тотем оков под лича. Я поставлю. Поздно, я уже когда ставил. Антихам, бей трусы. Ялараж, бей ромб. Две вальки бьем. Вышли с центра, бейте ром трусы. С центра все выходим. Осквернение 5 секунд. Ром добили. Осквернение гутербол. Давайте рост. Рост дали. Бьем лича. Опять надо завести лича в центр.
Давайте опять станем звездочку. Уже нормально. Так, пришествие. Станешь кружок, лень, станешь ромбик. Джейми, трусы. Осквернение выносим к порталу. Внимательно. Первая валька пошла, после нее разбегаемся. Разбежались. Никон разбежался. Давай Сакру. Играем в ромбик. Все играем через ромбик. Кресты обдотали все вальки. Прекратили ромбик бить, играйте через кружок. Через трусы. В центр никто не заходит. Осквернение 10 секунд. Осквернение 5 секунд. Плохо. Давайте, на дистанцию вышли, не в центр. Одна секунда, осквернение. Дилвас, осквернение, вышел. Не прыгай. Не, это я отпрыгивал, пока она не появилась. Так, становимся в звездочку, сливаем всех. Станы откадешились. Играем. Через кружок играем. Через кружок застанили. Лень, я скажу, кого застанет. Стань ромб. Ромб замедлить. Все играем через ромб. Ромб застаньте. Трусы. Добейте трусы. Играйте в лича. Осквернение Ялараш. Вышли с лужи. Последние вальки. 12 секунд вальки будут. Становимся звездочку сейчас. Сейчас лужа пропадет, становимся в звездочку. Все в звезду сместились. И сливаем валик. Осквернение 5 секунд. Всех валик хватает и разбегаемся. Разбежались. Осквернение. Играем через кружок. Лень, стань кружок. Слышишь, лень? Стань кружок. Играем через круг. Круг добили, играйте через ромбик. 300 тысяч добить. Все, играйте в лича. Все на край, отошли 1% переходка. Все на край, давайте, на край. Сова, Доксон, Эрнестер Шаман, что ты там делаешь? На край все отошли, 5 секунд осквернения. Все, давайте все на край. Так, Ялараш, давай на край. Пой гимн Аману. Пою гимн ХП. Столб, давай, тотем прилива. Так, ХД, плохо. Заливайте Эрнестер Шаман. Бейте кружочек. Помогайте мне бить сферы. Добивайте кружок, когда у кружка становится 500 тысяч, переключайтесь в другого духа. По возможности сбиваем косты. Помогайте диспелить сало с Джейми. Бейте кружок сначала. Так, переключайтесь в другого духа, поставил метку кружок. Этого духа нужно будет добить до комнаты. Последнего духа не трогаем. Доксон, сливай звездопад только в комнате, ты слышишь? Бейте кружок. Бейте сферы. Одна сфера осталась в комнате. Добейте кружок, переключились в другого духа. Поставил метку, бейте кружок, абдот или лича. Комната. Уф. Паладин, у кого аура от темной магии, плюсик в чат? У меня. Встали в звездочку, ходим за звездой. По команде даешь мастер аур. Пошли дальше. Смотрим за духами, за бомбами. Забежали за угол. Рядом бомба взрывается. Так, впереди бомба. Пришло время дать сакру и дать мастер аур. Блять. Ялараш, пой гимн на ХП в углу. Не, все нормально. Побежали дальше. Так, выход 5 секунд. Желательно, чтобы лечь и дух был в одной точке. Сначала бьем духа. На мне осквернение. Отбежали от меня. Не выпрыгивайте. Не выпрыгивайте с осквернения. Добейте духа. Уходим все с порталов. Под порталами маленький. Духи. Милики, уходите из-под большого духа к личу.
Сейчас будет осквернение. Осквернение не выносим к порталу, потому что там духи идут. Выносите к трону. Набирайте дистанцию сейчас. Докса на осквернение. Отошли. Твой-то, а ты можешь помедленнее водить этого лича? Захильте лизни тотемы, Доксон. Получили урон от духов. Воита жатва, захиливаем. 50% хп было. Опять комната. Доксон, давай звездопад. Встали в звездочку. Дали иссушение по духам. И встали в звезду. Никон, давай, омоложение как-то получше раскидывать, что-то рейд проседает даже с ДЦ. Так, идем дальше. Впереди бомба, ждем. Тем звездочки, пускай хлопнет. Я не получил урон, Дилас получил, почему? Бежали дальше, в звездочку становимся, впереди бомба, ждем. Побежали. Доксон чуть не умер. Так, 5 секунд до выхода, выйдем с комнаты, на нас пойдут духи, и сразу будет осквернение. Поэтому ищем звезду и идем к порталу. Осквернение, пришествие, выноси. Прожимай бабл, под тобой духи идут. Столб, у тебя откатился тотем прилива маны? Да. Давай, ставь, пою гимна ману. Взрывайте духов. Сакву давай. Два танка просели, нужно захилить. Все, отбегайте от духов к трону. Осквернение 3 секунды. Набираем дистанцию. Еларш, осквернение. Духи спускаются. Забегаем к личу за спину, к трону. Духи спустились. Отбегайте от них. Осквернение. Так, его не будет, ладно. Давай, Доксон, последний звездопад в комнате. Встали в звезду, дали иссушение по мобам. Подбежали. Опять бомба коварная. Ну давайте забежим за угол. Нормально. Еще одна бомба впереди. Давай Сакру, мастер аур. Даже никто не получил урон. По стенке бегаем. Сейчас будет выход, 2 секунды. Духи опять пойдут на рейд. Ищем звезду и идем к звезде. Осквернение, Морден, выноси, отбежали от него. Встали в портал и дамажим босса, добиваем. 6 миллионов еще осталось. Сова, уйди из-под духов, молодец. Дессер, поднимай Доксона. Доксон, вставай, тебя рестнули. Бафайте сову. Каску, крест, интеллект. Лапу на себя бафни. Дамаж босса. Кот уйдет. До пипа? Да, до пипа.